Ми ж продовжуємо обговорення не лише економічного розвитку нашої держави, або ж принаймні підтримування пасків в сенсі економічного забезпечення, але й про міжнародну підтримку в сенсі політичного та воєнного долучення інших держав до нашої української оборони проти рашистського окупанта. Зараз із нами на зв'язку Дмитро Баграш, журналіст, публіцист та керівник організації «Ункремлен» із Берліну, з Німеччини. Вітаємо вас. Доброї ночі. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброї ночі, здравствуйте. Дмитрий, много очень было заявлений со стороны германской, скажем так, германской стороны, простите за тавтологию. Так вот, за последние сутки, в том числе мы слышали и заявление канцлера Шольца о том, что Германия может предоставить Украине системы противовоздушной обороны, но это будет не так быстро, как бы нам хотелось. Угу. Почему, как вы считаете, Берлин так долго размышляет над предоставлением военной помощи, которая необходима Украине уже на вчера? Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. И для себя прежде всего. Дело в том, что партия «Зеленых» сейчас категорически за поставку. Частично СПД, правящая партия, тоже за поставку, однако этой поставки не происходит. И вот если помните, через 3 дня или 4 дня после начала вторжения России Шольц заявил о том, что он будет поставлять летальное оружие, что очень сильно затормозило нашу деятельность, потому что зачем каким-либо образом способствовать тому, что и так произойдет? Однако этого не происходит. Причина... Единственное, вот для меня сейчас, я чисто могу сказать свое мнение, уже конспирологическое. Дело в том, что когда закончилось, ГДР закончила свое существование, если помните, то по моей информации ни один документ из Штази, из разведки Германии, ГДР, о вербовке политических деятелей ФРГ, а ведь Штази очень активно этим занималась, не был получен спецслужбами ФРГ. Все спокойненько уехало в Москву. Поэтому я всегда гнал от себя и вообще вот эти вот конспирологические мысли, теории и идеи, но сейчас я не вижу другого. Я просто не вижу другого. Другого объяснения. Это абсолютнейший шок, потому что я смотрю население, поддержку населения, я смотрю даже не только СМИ, я смотрю даже и паблики, и где общаются студенты, где общаются обычные немецкие люди, они все за поставку, ну очень многие, конечно, за поставку, за реальную помощь Украине. Однако это не происходит. И вот поэтому я и хотел бы у вас сейчас на программе сказать, потому что мы можем многое сокрушать. Да? Да, вроде бы Шольц сегодня обещал поставить, еще раз обещал. Да, но вероятность того, что это произойдет, тем более далеко не самое современное оружие, весьма и весьма иллюзорно, на мой взгляд. Наша основная задача, на мой, как вот я предполагаю, мы должны оказать существенное давление, сильное давление на избирателя и на депутатов, да, чтобы не поставка оружия была бы равнозначна потере избирателя. И это действительно для них будет эффективно. Дмитрий, каким образом это можно сделать? Мы же понимаем, что люди даже при желании, они не могут сделать так, чтобы Германия поставляла нам оружие. То есть да, вот вы говорите, население за, мы это видим. Точно так же про Францию можем сказать. Но нельзя провести референдум и проголосовать в Германии за то, чтобы нам прислали оружие. Мы же понимаем это. Каким образом? Политику делают далеко не всегда массы. Политику делают, в общем-то, люди и аргументация. Я где-то 2 года назад изобрел способ давления прямого, ну, как бы акция, это вот такая синтез акционизма
и политических требований. То есть мы несколько раз организовывали уже палаточные лагеря, ну, палаточный кемп, да, напротив Бундестага. То есть делали так, чтобы депутаты Бундестага и журналисты не могли мимо нас пройти как в прямом, так и в переносном смысле. И это акционизм, да, безусловно, это акционизм, но этот акционизм создает информационный повод здесь. А мы под этот информационный повод, самое главное, что должны сделать, это поставить и продемонстрировать наглядно аргументацию. И вот в этот раз я хочу сделать сейчас максимально быстро, вот действительно максимально быстро, напротив Бундестага, рядом с Бранденбургскими воротами, опять палаточный круглосуточный лагерь до победы Украины, вот, и сделать там две улицы из автомобильных знаков. Ну, не автомобильных, конечно, то есть по форме они будут автомобильные, и там написать первая улица, статус-кво, то, что есть сейчас. Да, кошмарная, никто не отрицает, что Россия – это фашистское государство, уже вообще никто не отрицает. Но мы делаем первый знак, показываем, что да, в Украине сейчас кошмар, но Украина может помочь всей Европе освободиться от этой коричневой чумы, как в сущности оно и есть. Дальше. Германия не своевременно поставляет оружие или задерживает. Дальше Германия продолжает покупать энергоносители у России. Дальше Германия не преследует в уголовном порядке российских пропагандистов здесь, кое имеют очень серьезное влияние. И в конечном итоге это может вынудить Украину подписать мирный договор с Россией, что равнозначно проигрышу Украины и проигрышу всего мира. И вторая улица, те же самые знаки, но Украина поставляет, Германия поставляет Украине, Германия отказывается от энергетики. Ну, другой путь, который приведет нас к победе, грубо говоря, мы победим российскую армию. Дмитрий, ну вот то, что важно, есть ли понимание в Германии того, что, грубо говоря, вести переговоры сейчас с Путиным, это, знаете, как с каннибалом, он тебя как бы все равно съест, но немножко позже, потому что Шольц именно об этом говорил, что все страны, если Россия захватит Украину, будут следующие. Но, тем не менее, они разговаривают часами по телефону, они переписываются, они не дают оружия и поступают таким образом, как есть. Есть понимание того, что не остановится Путин на Украине, если мы не победим? Понимание у тех политиков, с кем я имею честь общаться, безусловно, есть. Безусловно, есть. Зеленые точно совершенно понимают это прекрасно и постоянно кричат, твердят. Очень многие политологи даже в интервью, до или после интервью говорят, Дима, нам стыдно. Нам просто категорически стыдно за то, что делает наше правительство сейчас. По отношению к Украине и, ну, и по отношению к Путину. Почему? Я вам сказал в начале нашего разговора, что я единственное даю объяснение конспирологическое. Другого уже я не вижу. Но даже несмотря на эту конспирологию, даже несмотря на тот компромат, который, возможно, содержится в закромах Лубянки, мы должны поставить в такое положение депутатов, при котором они не могут сотрудничать с Россией. Ну, представьте себе, вы же тоже журналисты, да? Вот представьте, какой-то депутат Бундестага из партии АФД или СПД, вот, правящий, каким-то образом неактивно поддерживает Украину. Дальше мы взяли его картинку, он публичный человек, и поставили ее, водрузили на фоне нашей аргументации. Нашей аргументации, что его действия или бездействия категорически страшно для самой Германии. Потому что мы будем здесь говорить не о том, что происходит в Украине, а мы будем говорить, каким образом это грозит именно Германии. Нам бы хотелось, чтобы так было. Так помогайте. Потому что мы сейчас... Я пытаюсь вот уже две, даже три недели организовать вот этот вот лагерь. Вот если сейчас меня слышат волонтеры, желающие помочь, если у вас есть час времени, если у вас несколько часов, вы находитесь в Украине, в Соединенных Штатах или в Германии, для всех найдется работа. У нас в нашем лагере, это будет круглосуточный лагерь, подключайтесь, присоединяйтесь, зовите ваших политиков тоже.
мы сделаем, действительно, мы вобьем кость в горло вот этим вот тем, кто поддерживает Россию. Ну что ж, Дмитрий, мы надеемся, что ваш призыв сейчас услышали, и буду знать, к кому обращаться. Мы вас только в конце разговора еще раз представим, чтобы люди знали, кого искать. Дмитро Баграш, журналіст, публіцист, керівник організації «Unkremlin» із Берліну з Німеччини, закликає волонтерів долучатися до діяльності на публічне, я би так сказав, осоромлювання тих політиків, які зволікають із наданням допомоги Україні. Дмитре, дуже дякуємо вам, дякуємо, доброї ночі, дякуємо дуже за підтримку України.